Добрый день, наши дорогие читатели. Сейчас на часах 15:01, а значит, мы готовы начать розыгрыш двух билетов на концерт саксофониста Владимира Самойлова. Мы уже находимся на сайте генератора случайных чисел. В нашем конкурсе приняло участие 22 человека. Конечно, это немного, но мы надеемся, что в следующем конкурсе, который состоится, кстати, совсем скоро, примет участие гораздо большее количество наших читателей. Итак, здесь вбиваем число 22, и вот он, ответственный момент. Победителем становится участник под номером 7. Переходим на страницу в Одноклассники и смотрим, что участник под номером 7 – это Карина Владимировна. Мы от души поздравляем победителя и желаем отличного времяпровождения на концерте. И напоминаем, что концерт состоится в субботу в 19:00. Билеты в редакцию можно забрать сегодня или завтра в рабочее время. Большое спасибо всем за участие в конкурсе. Не отчаивайтесь, те, кто не победил, следующий конкурс будет совсем скоро. И напоминаем, что вы можете всегда комментировать наши заметки в социальных сетях и на сайте «Зари Кубани». А также у вас есть уникальная возможность стать нашим мобильным репортером, присылая на сайт свои новости и фотографии. До новых встреч, дорогие друзья!